есть ли в велоспорте какие-то приметы? У нас считается приметой плохой, когда ты одеваешь на соревнования новую форму. И вот для того, чтобы она стала не новой, комбинезон просто нужно бросить на пол и потоптаться по нему. И он уже не новый, как бы. И вот так вот это единственное, что я соблюдала из примет, потому что падать не хотелось.